Вызовы в постконфликтный период обсудили министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Ан Линде. Переговоры состоялись на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время встречи стороны отметили, что двусторонние отношения между странами развиваются по нарастающей. Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации по безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, о поведении Армении, противоречащем положениям трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года и других вопросах. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана также обсудил с коллегой подготовку к заседанию Совета министров ОБСЕ.